Всем кул, на моем YouTube, и сегодня я буду смотреть четвертую часть Скибиди Туалет. Да, никогда еще не снимала реакции. Короче, ребята, я только пришел со школы, даже не переоделся, но уже снимаю реакцию на четвертую часть, потому что я видел, что мне уведомление пришло. Короче, погнали. А у тебя поставили дату? Это еще прошлая часть. Ну так будет фейковый. Так понятно, что фейковый. Давайте какой-то маленький, кажется. Так, вот это вот что-то еще. Петь. О, встал, камерамальчик. О, ему не знаю, это говорит. Спасибочек. Привет. Больше так не делай. Больше ножиками мне в экран не кидай, мне будет больно. Чего? Ребят, я после того, как выпущу реакцию, я ее даже монтировать не буду, короче, я после того, как выпущу эту реакцию, я буду делать разбор, и это будет точно очень странный момент. Блин, здесь выглядит, как будто это какой-то фейк. Смотрите, даже типа фейковый слитый кадр, потому что так все сделано, будто бы не до фагбума. Капец. Он достает меч. Вот мне говорят, типа, мы с тобой, что происходит? Идет, да, камерамен Титан видит взрывки, да. Потом у нас что-то до фагбума, прям так резко. Скибиди ученый реально. Капец. Офигеть! Что? Что у меня упустили? Мы на базе? Охренеть. Спикер Смен, огромный легенд. Так, сюда забегают всякие камерамены. Там камерамен с Вантусом говорит. Вантус Мэн! Вантус Мэн! Жалко почина. Он отдает ему Вантус. Видно, он его успел схватить, пока он падал. Но он выжил. Самое главное, что он выжил. Каша. О, наш главный герой берет базуку. Неужели будет пятая часть? Ребята, ну не может же часть закончиться так банально. Типа, я уверен, будет еще пятая часть. Капец. Пятая часть. Ёшкин-матрёшкин. Ладно, всем удачи, всем пока, ждите разбор.